Привет. Bolt Gun — это аркадный шутер по вселенной Вархаммера. С шутерами у Вахи не так круто, как хотелось бы. Хотя, казалось бы, самая популярная фракция среди фанатов — это огромные металлические холодильники, которые с рождения только и делают, что превозмогают, стреляют и молятся на табуретку. Был очень странный Deathwing от студии, которая сделала iDivine Cybermancy, и от той же студии Necromunda The Hired Gun. Deathwing очень глючный и скучноватый, а в Hired Gun я не играл, но он выглядит неплохо. Давно еще выходил Fire Warrior, в него я тоже не играл, но я слышал, что это убийца первого Хейла, который совершил ритуальное сеппуку во имя высшего добра, потому что даже ни разу не попал в зеленого великана. Ну и вот теперь есть Bolt Gun. Признаюсь честно, я не супер сильно знаком с лором Вахи. Я знаю, что надо беречь жубы с молодости, варить суп и плакать за Кадью. Я знаю, что у тострофилов были терки с египтянами, а эльфы настолько сильно любили друг друга и ануса своих парней, что придумали секс. Это настолько крутая франшиза, что по ней сделали 39 999 вархаммеров, а я просто позерк, потому что ничего про эти вархаммеры сказать не смогу. И если тебя лично цепляет, когда люди в интернете в одном предложении упоминают флеймер и напалм, а не про митий, то я рад за тебя, потому что ты явно очень сильно любишь этот фандом. Для того, чтобы насладиться игрой, тебе не обязательно знать все тонкости лора. Хотя вроде есть пара отсылок и деталей, которые поймут фанаты. Но я точно сказать не смогу, потому что, как я и упомянул, все мои знания о Вахе подцеплены из варптреда и мемов. Визуально Bolt Gun — это привычный для ренессанса олдскульных шутеров джентльменский набор. Противники в виде плоских спрайтов низкого разрешения, как и оружие, которое ты держишь в руках. Спрайты достаточно качественные, но, как по мне, иногда не хватает кадров анимации, и они кажутся немного рваными. Но зато все спрайты с бамп-маппингом и динамично отражают свет. Крупные враги, кстати, выглядят немного странно. Я не знаю из-за чего, но чемпионы, жабы и другие крупные враги похожи на оцифрованные миньки. Ну, как если бы те самые вархаммерские миниатюры действительно по старинке нафоткали с разных углов и перенесли в игру. Было бы, конечно, круто, но так это или нет, я не знаю. Палитра плохих парней очень цветастая и не смешивается с задниками, что тоже классно. И насчет задников, они громадные, детально проработаны и прямо брыжут своей ваховской эстетикой. Но с другой стороны, правильнее будет сказать, наверное, не брыжут, а иногда подтекают. Поначалу, конечно, тебя берет вот этот гигантизм и милитаристичность, которая поженилась на агрессивной готике, но через какое-то время я начал замечать, что половина локаций — это коридоры и заводы или фабрики, и только вторая половина чем-то выделяется. Знаю, что звучит, будто я сам себе противоречу, но Bolt Gun действительно немного странный в этом плане. Одновременно выделяющийся и соблюдающий все ГОСТы по количеству религиозных статуй, атмосферный, нифига не серый, и не забывающий, что люди в этом мире тоже странные чуваки. Ну и до ужаса одинаковые в некоторых местах. Я понимаю, что дело происходит на мире кузницы, где даже при вторжении зеленокожих и хаоситов производство не тормозится, но типа... В некоторых местах даже похоже на Deathwing, одинаковых коридоров иногда становится ну слишком много. Я могу с легкостью вспомнить почти все локации из Даска. Черт, да я даже лучше помню локации из Хрота, они все — это одна большая серая мешанина из канализаций из заводов цвета дерьма. Да там вообще вся игра — это растянутый канализационный уровень. Тут я буквально полчаса назад закончил играть, сижу, пишу этот текст и помню только начало второго эпизода, потому что оно сильнее всего визуально отличается, оно было цветным и в пустыне под синим небом. А, не, вру, я вспомнил, еще есть последний уровень первого эпизода, это там, где варп начинает искажать какой-то собор, вот он круто выглядел, да. А в целом вся обстановка уровней у меня в голове перемешалась в разноцветное яркое пюре со вкусом 40-тысячника с огромным количеством блума. Пюре, конечно, прикольное, но я там еще мяска хочу или овощей похрустеть. Да, если я останавливаюсь и осматриваюсь, все выглядит потрясно, но когда я проношусь по уровню, стреляя еретиков, оно все слишком сильно смешивается. И тут наружу выползает он. Хреновый левел-дизайн. Bolt Gun почти через уровень бил по стоп-крану и говорил мне: «Все, веселье окончено, пизду искать очередной маленький серый проход на фоне гигантских серых стен». Я вспомню все старые шутаны категории B, я думал, что мы уже давно эволюционировали, научились нормальному левел-дизайну за это время. Я надеюсь, что я не кретин, и лыжи действительно хреново едут. Причем я понимаю, что проблема именно в одинаковости локаций, потому что я могу показать кучу клипов, в которых я нахожу проход, который не выглядит как проход дальше, он выглядит как маленькое ответвление, из которого в других играх спавнятся противники. Ну знаете, как вот этот маленький коридорчик с одним поворотом. Больше всего меня зацепил большой лифт. Не, уровень действительно так и называется. Причем большой с большой буквы. Ну типа, это тот самый лифт. Тот самый, блять, единственный на весь Империум. Сука, почему он весь одинаковый? Тут так много проходов. Это огромная арена и весь гиммик. Поперхнулся.
Это огромная арена, и весь гиммик этого уровня в том, что ты проезжаешь на этом лифте 3 этажа, и каждый раз сражаешься с большим и большим количеством противников. И у тебя есть только те припасы, которые заранее оставлены на уровне, что подстегивает не брать аптечки или броню, если они не будут на 100% эффективны. Вроде неплохая идея, но из-за того, что уровень большой и очень запутанный, на последней волне противников я чувствовал, что моя задница отваливается и самовоспламеняется из-за сложности. Но сложность не из-за комбинации противников, нехватки патронов или скилла, а из-за того, что я не понимаю, что происходит, откуда в меня стреляют и куда стрелять мне. Вся прогрессия уровней сильно похожа на новые думы. У тебя есть несколько арен, которые соединены проходами, иногда тебя запирают на них, говорят, что ты Джон Спейс Марин и должен экстерминатить. Дизайн арен в целом отличный, они все хорошо соблюдают и поддерживают темп боя, заставляя тебя бегать в поисках припасов и не сидеть на месте. Тут сказать особо нечего. Я бы еще хотел вернуться к байту на ностальгию. Powers of chaos unleash their foulest abominations. Who will prevail against the darkness? The Ultramarines! Volkgun is a gory, rapid-fire boomer shooter blast from the past! Выглядит как мультик из 90-х, да? Есть такой вайб. А по факту все супер серьезно. Причем самое главное, самое грустное для меня — это музыка. Давайте проведем небольшой эксперимент. Я сейчас выключу музыку в игре и поставлю на задний фон случайный рок из 90-х, который как раз больше подходит к байту на ностальгию, прям как в трейлере. Есть же что-то, ну? Зачем тогда был этот трейлер в стиле «Кто встанет против сил хаоса? Ультрамарин!» Поставь свою голову на мои плечи. Ты посмотрел трейлер, и выясняется, что это будет бумер-шутер, а в трейлере еще и играет крутой металл. Ну это ж прям похоже на такую не очень серьезную саркастичную игру. Блин, это ж было бы круто, правильно? Металл, короче, играет только в главном меню, на заднем фоне и приглушенный. В самой игре музыка намного более вархаммеровская. Она ритмичная и очень подходит к игре и тому, что происходит на экране, но это не то, что было в трейлере. И она не настолько крутая, чтобы в одиночку заточить всю эстетику, вот как в Механикусе. Я реально ожидал большей несерьезности. Да, вот это, я хотел быть Джоном Спейс Марином и мочить ксеносов, которые подорвали мою тачку. Ну или хотя бы культистов. Как по мне, если бы забили на пафос и по полной бы угорели по эстетике 90-х, вышло бы круче. Не поймите меня неправильно, музыка, как я и сказал, тоже хороша, но она прям вот, ну, полностью вархаммеровская. Просто я ожидал настроения в духе «Ты сидишь и красишь минки своих любимых ультрамаров, на кассетном плеере играет Judas Priest, Пантера или Slayer, а в окно шпарит июльское солнце». И трейлер, по сути, это и показывает. Плохо ли, если твои личные ожидания не совпадают с итоговой игрой? Объективно нет, но я не объективен, а крайне предвзят, поэтому да. Тут даже в геймплее 90-х-то особо нет, он больше похож на новые думы. Тут даже что-то вроде Glory Kill'ов есть. Хотите прикол? Та музыка, которую я поставил, знаете кто это? Это группа D-Rock, которая в 91-м году записала целый альбом, посвященный Вархаммеру, который называется Oblivion. И самое смешное, конечно, после пародии на Тони Монтану, альбом издавала сама Games Workshop под лейблом Warhammer Records. То есть, охренеть, у них наверняка и права остались, раз отрывки этого альбома играют в главном меню. Почему нельзя было его использовать в игре? Или хотя бы дать эту опцию, как какой-нибудь дополнительный бонус за прохождение игры? Если это альбом, который слушают все фанаты Вархаммера, блин, я теперь тоже хочу быть фанатом Вархаммера. Мне кажется, что Games Workshop не спускает с поводка студии, которые делают что-то по космопехам, ну или весь контент, который связан с космопехами, просто сам по себе набухает серьезностью и пафосом. Я теперь хочу, чтобы эта же студия сделала продолжение, где ты бегаешь за Ноба с пневмоклешней и раскидываешь смешные ванлайнеры налево и направо, и назвала бы его, не знаю, Орган. Ну потому что, по остальным параметрам, фидбэк от попаданий настолько хорош, что я подозреваю здесь какое-то хитрое колдунство.
И я слышал, что фанаты Вахи хотят первым делом знать, как стреляет Болтер в игре, в которой он есть. Блять, игра называется в честь этой пушки. Конечно, он стреляет. Он стреляет огромными разрывными кирпичами, которые на ракетной тяге летят в лицо ничего не подозревающего культиста, который, проснувшись сегодня с утра, и не подозревал, чем будет грозить игнорирование личной гигиены, плохое питание и моральная деградация личностных целей в жизни. Каждая пушка в этой проклятой игре не просто стреляет, она трахает. Я все сидел и думал, что же меня все-таки так зацепило? Я в первый раз с таким сталкиваюсь, когда игра меня берет за грудки за счет фидбэка от попаданий. Все звуковые эффекты в игре потрясные, звуки ударов, выстрелы, умирающие противники, все мясистое, увесистое и бьет прямо в сердечко. Всем параметрам Boltgun крепкий среднячок, который иногда страдает плохим левел-дизайном. Но из-за фееричного отклика от попаданий по противникам, звуком выстрелов, графических эффектов, он становится намного круче лично для меня. Ну то есть основную свою функцию как шутера, нажать левую кнопку мыши на врага, окрасить пол, стены и потолок цветами знамени СССР с помощью его внутреннего мира и получить от этого удовольствие, игра выполняет на идеальную пятерку. Это даже немного дико. Каким бы простым жанр шутера от первого лица ни казался, сделать его интересным не так легко. Из всего потока бумер-шутеров, который до сих пор никак не стихнет, годные только единицы. Интересный и грамотный дизайн уровней, хорошие сбалансированные противники, музыка, управление, передвижение, ну и как раз тот самый фидбэк от попаданий. И меня часто цепляло чем угодно, но такого, чтобы зацепило чисто фидбэком, первый раз. Про болтер я уже сказал. Тяжелый болтер говорит сам за себя. Оружие в целом интересное. Арсенал не совсем привычный, он немного отходит от классической раскладки, которую ввел в обиход Doom и отполировал Quake. Я не знаю, что такое грави-пушка и мельт-ружье во вселенной Вархаммера, но я боюсь, что я не хочу узнать ответ. Excellent work. With the sorcerer defeated and the Mechanicus device destroyed, we bought Grya time. Now give me the fragment. It must be contained. Единственный минус из оружия — его переключение не очень отзывчивое. Плазмоган перегревается, если из него долго стрелять, и есть плохо понятная анимация его остывания, которая длится почти секунду. Она выглядит плоховато, непонятно, когда начинается и заканчивается, и пока она идет, ты не можешь переключить оружие. То есть каждый раз, когда ты делаешь выстрел из плазмогана, надо подождать около секунды, чтобы переключиться, и не всегда понятно по оружию, когда эта секунда проходит. За этим маленьким исключением оружие идеально. Муа. Еще огромный плюс это передвижение. Супер крутое. Немного тяжелое, но в хорошем смысле. Блин, всегда сложно описать подобные вещи словами. В это нужно поиграть, чтобы понять, о чем я. Короче, перемещение очень крутое, особенно звук бега и покачивания камеры. У меня есть еще небольшая пометка про проблемки с балансом. Некоторые противники, ну уж слишком жирные. По ним приходится очень долго стрелять, а это не так весело, как по мне. Я начал на Экстерминатусе, прошел на нем первый эпизод, но потом понизил сложность до высокой просто из-за того, насколько жирные некоторые противники. Я люблю высокую сложность, но я люблю, когда ты и наносишь, и получаешь много урона. Культисты падают очень быстро и как раз являются наикрупнейшим поставщиком удовольствия от попаданий. Чемпионы пожирнее, чем Марины Хаоса, быстро бегут к тебе прямо в щи, их нельзя застагерить или оттолкнуть, а если их не гибнуть, когда они уже умерли, то они встают еще раз, и нужно их убивать второй раз. И у них есть рейнджовая атака. Хреновенькая, но это так, чисто чтобы ты не расслаблялся. Еще не больно кусаются и хреново телеграфируют свои атаки ближнего боя. Когда эти ублюдки появляются, то вот они мгновенно становятся приоритетной целью. Нурглинги просто в целом бесят из-за того, что это куча мелких противников, у которых есть рейнджовая атака. А вот джабы, у них есть атака ближнего боя языком, и от нее почти невозможно увернуться. Почти всегда, когда жаба оказывается рядом с тобой, это 100% полученный урон, что не всегда честно. Есть еще демоны Дзинча, какие-то летающие воздушные шары, которые появляются всего пару раз за всю игру, да и в принципе все. Короче, есть демоны Дзинча и Нургла, культисты вроде бы тоже Нургла, чьи Марины Хаоса я не знаю, они же
вроде тоже должны каким-то богам поклоняться. Как я понял, двух других не хватает. Может быть, они заняты друг другом или другими делами, я в чужую жизнь не лезу. Про сюжет, которого чуть больше, чем в обычном бумер-шутере, ну, не на порнофильм, а на порноадаптацию книжки. Блин, мне кажется, что порноадаптация книжки будет больше, чем порнофильм. Как-то странно это написал, но шутка иначе не работает. Грайя has been under the close watch of the Inquisition since the Grimskull War. The Forge world remains largely secure, but we have picked up concerning energy readings in the surrounding system. Самый интересный, кстати, момент заключается в том, что Болтган проходит на той же планете, что и события с Space Marine, спустя несколько лет после событий игры. Главный герой... Малум Кейда, я не уверен, как правильно. Не просто Ультрамар, он Ультрамар в смешном шлеме. Этот смешной шлем, как я понял, заслуживает только самые почетные космопехи, так что наша черничка оказывается еще и отборная. В игре есть небольшая вступительная катсцена, которая немного задает сеттинг. На мире кузницы Граи, после того, как она пережила нападение орков и хаоса с помощью капитана Тайтуса, теперь пасутся инквизиторы. И не зря, как оказалось. Механикус отступник экспериментировал с экспериментальным прибором. С днища постучались, и теперь через портал лезет сила хаоса. Кто бы мог сомневаться. Тебя вместе с товарищами отправляют навести порядок, забрать агрегат из рук Тостера Люба и вернуться с почетом обратно. Как обычно, диплой мимо карты, и весь первый эпизод ты шляешься в поисках места, где сидят красные халаты. По пути выясняется, что артефакт непростой, за ним гонится некий колдун Самаэль, и во втором эпизоде он успевает найти артефакт раньше. Кончается все довольно просто. Колдун забирается на космическую станцию и планирует использовать ее для того, чтобы расширить уже открытый портал в варп. После финального боя, который достаточно длинный и сложный, я добавлю, колдун умерщвлен. Конечно же, прибывает инквизиция и запечатывает артефакт. Тот же это артефакт, что и в первом Space Марине, может быть, непонятно. Интересный момент. В игре герой упоминает Тайтуса и то, что закончит его дело. Появится ли Малум во втором Space Marine, будут ли у Инквизиции вопросы к нему, почему он поддерживает Тайтуса, посмотрим. По ходу игры делают несколько неймдропингов, но ничего особо интересного или необычного. По крайней мере, у ГГ есть страничка на Вики, можно там почитать. В общем, у меня такое в первый раз. Вроде бы среднячковый шутан с несколькими серьезными проблемами въелся в меня только из-за того, насколько круто противники превращаются в томатную пасту. Что значит, что шутан в принципе со своей задачей справляется, да? Если вы по какой-то причине пропустили эту игру, то зря. Даже в отрыве от вселенной Вахи. Не верьте игровым журналистам, Болтган слабо связан со старой школой, я бы не сказал, что это бумер-шутер, но с другой стороны, эти тупые споры за жанры скоро будут похожи на споры про жанры музыки. Какая разница, если тебе понравится? А мне понравилось. Кстати, советую обратить внимание, в скором времени по Вахе обещается выход еще пары интересных игр. Во второй Space Marine я точно поиграю, а вот в Rogue Trader... может быть, он заставит меня наконец поиграть в CRPG. Может быть в этот раз. А тебе, мой дорогой друг, большое спасибо за просмотр. Увидимся еще как-нибудь.